город Караганда. Терекон в Пришахтинске. И вот эта трасса, улицу название не знаю. Там вот перекресток с улицей Зелинского. И вот впереди Терекон. Здесь видно, что вот люди ходили. Ну вот, немножко снимаю. Терекон отдельно. Терекон. Это от латинского слова terra, это земля. И конус. Конус из земли. Конус из породы. Земляной конус. Породный конус. Вот такой смысл в этом названии Терекон. Терекон. В Караганде безграмотные люди называют Терекон Тереконик. Одна буква R и... Ну, это получается как Тереконик. Коник – это вот маленький конь, да, лошадка. То есть мужского. Что получается? Тереконика, что ли? Тереконик? Ну, это смешно, да? Надо понимать смысл слов, когда называешь. И вот Терекон Пришахтинский. Это порода, надо вот добывать породу транспортерной лентой выбрасывали на поверхность. И таким образом образовывались Терекон. На самом-то деле это земля, да? Матушка. Поэтому Терекон. Это в свое время была визитной карточкой Караганды. Тереконы. Их было много. Большинство из них исчезло. Их вот в... Да, всяких строительных.